Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать, какой заказ я получила на Wildberries. Хочу сказать, что это не кусок хозяйственного мыла, это подставка для телефона. А это сейчас увидите, что... Так, подставку для телефона, конечно, я немножко другой представляла. Она как будто пообъемнее смотрелась на сайте, а тут уж совсем такая малышка. С этой стороны можно телефон, с этой планшет. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, нормально. Нормально для телефончика. Удобно, кстати. Это не реклама, это я просто хвастаюсь. Так, можно и вот так, да? Так, ну, планшета у меня нет, так что не показать. Так что подставка меня устроила. Стоит она где-то 280 рублей примерно на Wildberries. Так, скрываем вторую коробочку. Надеюсь, это то, что я заказывала. Что вы думаете это? Это капучинатор. Буду делать капучино. Так, самое главное сейчас ее надо, вернее, его надо освоить. Это электрический капучинатор. Там есть и на батарейках. Господи, такие маленькие. На сайте такими большими казались. Господи. Так. Надо почитать, конечно, инструкцию. Все почитаю и покажу вам в применении. А так она заряжается через USB. Через USB. Так, сейчас заряжу, почитаю инструкцию. И покажу вам, как пользоваться капучинатором. Представляете, нет инструкции на русском языке. Это надо еще все перевести. Ну, как-то несерьезно, конечно. Вот это вот основная часть. И к ней две насадочки. Вот эта насадочка для взбивания крема, скорее всего. И вот эта насадочка, это для взбивания молока для капучино. Так, я включила, она уже работает. Видимо, она заряжена. Тут три скорости. А как отключить, я не понимаю. Так, этой же кнопкой и отключаем. Просто надо сильнее нажать и дольше держать. И эта же кнопка для переключения скорости. Видите, первая, вторая и третья. Одна полоска, две полоски, три полоски. Это я так сама догадываюсь, методом тыка. Итак, приступим к пробной эксплуатации. Так, чашка. Наливаю в нее молоко. Не знаю даже, сколько надо. В инструкции ничего не написано. И разогреваем молоко в микроволновке до примерно 40 градусов. Итак, венчик я помыла. Вставляю его в капучинатор. Но это еще не так просто, как кажется. Все, вставила, господи. Так, молоко разогрелось. Так, и начнем его взбивать. Я, честно говоря, волнуюсь даже. Давай на первой скорости сначала. Давай на вторую переключим.
Господи. И на третью. В общем, берите поглубже посуду, потому что у меня уже вытекает. Ой, господи. Давайте переключим на вторую. Короче, нужно брать, да, повыше посуду. Посмотрите, у меня уже пена вся вытекает из стакана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, господи. Так, это опыт, опыт. Давайте я, наверное, отключу уже. Так, вот вы видели, сколько было молока и сколько стало? Так, далее, далее. Наливаем туда кофе. Тоненькой струйкой. В общем, надо молока меньше брать. И кофе меньше. В общем, у меня как бы 50 на 50. Господи, тут даже можно рисуночек сделать, но это все научимся, научимся. И вот что у нас получилось. Посмотрите. Ну, вообще красиво. Первый блин всегда комом. Пенка хорошая получилась очень даже. Не знаю, как будет дальше. Но пока он меня не разочаровал, этот капучинатор. Вкусно. Вкусно. Главное, чтобы кофе был вкусный. Я туда немножко кофе при варке добавила, чуть-чуть сахара. И вообще интересно. Может, конечно, это ерунда, но не знаю. Вот такую штучку, короче, я купила. А второй насадочкой, как я перевела, можно взбивать белки. Но это все, конечно, такое вот на ладан дышит. Все такое вот прямо тонкое, все такое... Ой! Трясется. Стоит эта штучка где-то 590 рублей. Девочки, там есть и дешевле, и за 400. Я думала, чем подороже, тем понадежнее, конечно. Но это Китай. Так, есть и за 200 рублей, но там на батарейках нужно. А здесь все-таки заряжается через USB. Вот сюда вставляется, есть проводок. Вот. Так что я буду или через компьютер, или через ноутбук его подсоединю и буду заряжать. Написано не заряжать больше 3 часов. И где-то должен загореться зеленый огонек при зарядке. Вот так, девочки. Еще раз повторяю, что это не реклама, это просто я хвастаюсь перед вами. Вот так. Буду пить кофе. Всем приятного аппетита. До свидания.